Здравствуйте, Степан Андреевич. Здравствуйте, коли не шутите. С чем пожаловали? Прошу. Нужно мне инструмент один соорудить. Вот посоветовали к вам обратиться. Возьметесь? Смотря какой инструмент. Надо посмотреть. Это, пожалуйста. Вот такой. Сыщик, значит. Точно. Ну так как, Степан Андреевич? Есть нам о чем поговорить? С хорошим человеком завсегда есть о чем поговорить. Ну, хотя бы, например, о краже в квартире Полякова.